Прошло более 500 лет, а мир помнит, как корабли Христофора Колумба после долгого плавания достигли земли – острова Сан-Сальвадор. Так началась эпоха великих географических открытий. Почти все страны Южной и Северной Америки празднуют 12 октября – День Колумба. В Даугавпилсе организатором мероприятий стал информационный центр США. Сегодня у нас проходит мероприятие, посвященное Columbus Day в Соединенных Штатах Америки. И у нас участвуют три школы. Это Центральная гимназия, Польская гимназия и 13-я средняя школа Даугавпилса. Мероприятие заключается в том, чтобы, во-первых, это был обмен опытом между учениками разных школ, чтобы они развивали свои способности английского языка и показывали какие-то способности в эрудиции. Потому что не все вопросы только информационные. Есть и какие-то просто вещи, где надо подумать и проявить какую-то смекалку. Школьникам нужно было рассказать, как они представляют себе празднование Дня Колумба, ответить на вопросы, связанные с этой датой, причем на английском языке. В прошлом году гимназия центра впервые организовала такой праздник. Мероприятие оказалось столь удачным, что его планируется расширить. В этом году мы решили провести мероприятие уже с несколькими школами. Да? Сегодня мы пригласили к себе в гости 13-ю среднюю школу и польскую гимназию. И надеемся, что в дальнейшем у нас будет возможность организовать на базе нашей школы и проводить американские дни. Сегодня редкий выпускник школы не говорит по-английски. Нынешние дети не заучивают темы, они активно пользуются словарным запасом, в том числе благодаря таким внешкольным мероприятиям. Мы уже с ними договорились о том, что мероприятие такого типа будет проводиться на весь город. Это будет интересно и детям, и учителям, и, я думаю, и уже родителям. Христофор Колумб хотел найти путь в Индию, а открыл новый мир. И спустя 5 сотен лет в его честь поют песни. Columbus sailed across the sea. He came to New